Ну что, друзья, хочу еще вам показать вот это прекрасное чудо. Ой, такое чудо. Вы посмотрите на это прекрасное чудо. Мой хороший. Так, покажу вот так вот еще на столе. Красавца, красавца. Вот. Вот такого прекрасного мальчика. Вот такой. Шуба просто бомба, бомба. Это еще щенячка, я вам скажу, щенячка. То есть это еще мальчишечка будет нарастать, нарастать. Вон, посмотрите, какая красота. Повычесываю я его, он вычесан, он вообще классный, красивый, красивый мальчик. Много, много шерсти, прям очень много. Это очень важно, кстати, очень важно, потому что бывают такие шпицы. Бегут, непонятно, шпиц, не шпиц, шпиц, не шпиц. А тут вот такой прекрасный. Я вот так люблю делать. Вот так. Еще. Еще. Это прекрасный шпиц. Вот такой мальчишечка. Садись, мой милый. Ой, что хотите, скажи, я сделаю вам. Вообще просто без проблем. Без проблем, мальчишечка, да? О, вот так. О, красавец. Вот такой. Пожалуйста, скажи, лежу. Сижу. Че, как мне пластилинового делать, да, с меня? Вот такой классный, классный мальчик. Вот. Ну-ка. Я там не вижу. Ну, скажи, мы не будем по выставкам ходить, да? Мы будем домашние любимцы. Мы будем любить маму и папу. Вот такой классный, классный мальчик. Чудесно, я прям люблю, вот он такой прям приятный, приятный, вот прям очень приятно его обнимать, прям приятно его держать, волос прям суперский, чуть-чуть повыше надо было, я тут присела, ну, вот так, вот, так удобнее, да, классный мальчик, кайфуй, конечно, хочу найти ему самую-самую хорошую семью, самую вот любящую, ну, потому что он такой прям, как про тебя сказать, нежный, ласковый, такой прям ребятенок-ребятенок, улыбается всегда, поэтому ни в коем случае не обижать его, нет, только вот так любить, лелеять и все-все позволять, но воспитание должно быть, все равно, вот такой прекрасный-прекрасный мальчик, мальчишечка Лаки, вы посмотрите какой, бомба, просто бомба, супер, супер мальчишечка, пожалуйста. И так возле мамочки, и вот так будет возле папочки. Хороший, хороший мальчик. Мальчишечка Лаки. Пока что свободен и ищет свою семью. Красавец. Торопитесь, друзья. Будьте счастливы уже сегодня. Не откладывайте на завтра. Чудо. Просто чудо.